Строительство Минской подземки набирает обороты. Третья ветка Минского метро может открыться уже в 2018 году. На ее строительстве задействованы два тоннеля проходческих комплекса. Их использование помогает прокладывать тоннель в 10 раз быстрее. В настоящее время в белорусской столице действуют две линии метро общей протяженностью свыше 40 километров. Ежедневно услугами Минского метрополитена пользуются около 800 тысяч пассажиров. А началось строительство метро в Минске в 1977 году. 30 июня 1984 года открылось регулярное движение поездов на первой линии. Минское метро стало девятым на территории СССР. Его особенность – небольшая глубина. Из-за уровня подъема грунтовых вод станции расположены ближе к земной поверхности. Чтобы не повредить архитектурный ансамбль Минска, прокладка тоннелей и строительство станции велись с высокой степенью надежности и точности. Каждая станция имеет свой неповторимый архитектурный облик. В 1990 году открылся участок второй линии. Планом развития до 2030 года утверждена схема Минского метрополитена, включающая три линии общей протяженностью 59 километров с 45 станциями. По объему пассажирских перевозок Минская подземка занимает четвертое место среди 16 метрополитенов СНГ, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Киеву. Современное Минское метро – это две линии с 29 станциями. Только в 2016 году столичная подземка перевезла 291 миллион пассажиров. Это более 40% от всех городских перевозок.